На прослушиваниях этот парень посвятил свою песню одной единственной, которая всегда верит в него, своей маме. Судьи были в восторге от исполнения, а мама даже заплакала от гордости за сына. Чем же на этот раз удивит Далер Бигматов? После кастинга я очень был рад, что прошел в следующий тур. Пришел домой, обнял свою маму, своего брата, свою сестренку. Мы очень все вместе прыгали, радовались. Он вышел на сцену и вот нигде не соврал. Он прям спел нотка в нотку. У него большое будущее. Очень хочется ему попасть в гранд-финал. Это его мечта. Вот в данное время он просто болен этим. Конечно, я в себе уверен. Я выйду на сцену. Войду в образ, спою, зажгу. Друзья, спасибо за вашу поддержку участников шоу. Ваши улыбки приносят столько радости. А чтобы они всегда оставались ослепительными, используйте Colgate. You shook my nails and wheel my brain. Too much low blows a man insane. You broke my will, what I feel. You're in this equation, sweet bones of body. Доволен выступлением? Да. Сияет от счастья. Ну, молодец, мне понравилась твоя техника исполнения. Спасибо большое. И голос, и не было никаких фальшев. Да, кстати. Я хотел бы добавить, что вот, знаете, вот Далерчик, он прям напомнил мне великого Робертино Лоретти. Вот что-то такое есть в нем. Вот, спасибо большое. Такой хороший. А если ты пройдешь в гранд-финал и споешь «Джамайку», это будет супер. Ну, будем надеяться. Давай, Далерчик, удачи. Спасибо большое. Увидимся чуть позже. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.